Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наше путешествие по Советскому Союзу. Сегодня мы побываем в Литве. Как видите, это самая южная и самая большая Прибалтийская республика. Литву называют царством леса и воды. С западными ветрами сюда приходят облака и туманы. Солнце здесь редкий гость. Но именно Литву известный русский писатель Константин Паустовский назвал праздничной волшебной страной. Почему? Самолет пересекает Литву почти за час. На машине это можно сделать за день. Но взгляните, насколько разнообразна природа Литвы. Тысячи больших и малых озер, которые поэты назвали глазами Литвы. Дубы и сосновые боры. Красавец Неман. Есть и пустыня, правда, совсем крошечная. Эти дюны литовцы называют маленькой Сахарой. Как видите, природа щедро одарила Литву. Многие тысячелетия волны Балтийского моря выбрасывают на литовский берег кусочки янтаря, затвердевшей смолы до исторических деревьев. И эти насекомые попали в нее десятки миллионов лет назад. Присмотритесь к ним. Они жили на нашей планете раньше нас, людей. Янтарь и Литва сроднились в поэзии народной литовской поэтессы Соломеи Нерис. «Маленький мой край, как золотая капелька густого янтаря». Поэтому в этом крае был создан первый в мире музей янтаря. А сейчас я хотел бы представить вам человека, который исходил Литву из конца в конец, знает каждый ее уголок. Это лауреат многих международных фотоконкурсов Антанас Суткус. Его мы попросили показать Литву и рассказать о ней. Добрый день. Давайте начнем наше знакомство с Литвой, с Вильнюса, столицей республики. На этом месте 600 лет назад литовский князь Гедиминас основал Вильнюс. Время и войны не пощадили его замок. От него осталась только эта башня, на которой развивается государственный флаг Советской Литвы. Исторический центр Вильнюса – старый город. Узкие улочки, старинные фонари, невысокие дома с черепичными крышами. Удивительно красив костел Святой Анны, построенный в 15-16 веке. Вильнюсский университет – один из старейших в нашей стране. Ему более 400 лет. Эту площадь вильнюсцы назвали именем русского полководца Кутузова. В 1812 году здесь была его резиденция. Кутузов не только освободил Вильнюс от наполеоновских войск, он уберег город от разрушений. Русская армия штурмовала Вильнюс без помощи артиллерии. Таков был приказ Кутузова. В 1944 году советские войска освобождали Вильнюс от гитлеровских захватчиков. И снова пушки молчали. Таков был приказ генерала Черняховского. Памятник советскому полководцу – знак благодарности вильнюсцев. Это город Шауляй,
И здесь, летом 1944 года, шли жаркие бои. Плечом к плечу с русскими солдатами сражались литовцы, украинцы и грузины, армяне и киргизы. Этот курган славы стал символом братства народов на литовской земле. Символом братства стала и эта электростанция имени Ленина. Вся страна помогала советской Литве ее строить. Мощная энергетическая база позволила аграрной в прошлом Литве превратиться в индустриальную республику. Сегодня Литва производит станки и приборы, вычислительную технику, электро- и радиоаппаратуру. И, конечно же, здесь развито судостроение. Современные рыболовецкие суда – настоящие рыбодобывающие и перерабатывающие фабрики. Море всегда кормило литовского рыбака. Вот на таких парусных лодках рыбаки когда-то уходили в открытое море. Не правда ли, нужно было огромное мужество, чтобы решиться выйти на них в суровое Балтийское море. Сегодня литовские рыбаки ловят рыбу не только по всей Балтике, но и в Атлантическом океане. Рыба из Литвы идет во многие советские республики. Литовский рыбак боролся с морем. Литовский крестьянин боролся с болотами и камнями. В такие башмаки приходилось обувать лошадь, чтобы вспахать жалкий клочок болотистой неплодородной земли. Сегодня в Литве болот почти не встретишь. За годы советской власти из братских республик пришла сюда мощная техника. Вы видите реконструкцию дренажной системы для отвода воды. А камни, наиболее экзотичные и крупные, отправляют в музей. В Литве он называется «Сад камней». И некогда бесплодные земли золотятся пшеничным колосом, а убирают их комбайнами, сделанными в РСФСР. Помощь братских республик помогла Литве поднять сельское хозяйство до современного уровня. Интенсивное животноводство стало главным его направлением. Маслом, беконом и мясом Литва снабжает многие республики. Неузнаваемо изменился и облик литовского села. Современный литовский поселок. Для удобства жителей здесь все рядом. Магазины, столовая, кафе, правление колхоза, дом культуры, детский сад, школа. Обратите внимание на планировку села и его эстетику. Здесь все продумано ландшафтными архитекторами. Профилакторий, которым пользуются все жители села. Здесь можно принять лечебную ванну, массаж. Есть кабинет лечебной физкультуры и специальный зал для аэробики. Бассейн, музыкальный салон. Картинная галерея. Бар. И зимний сад. Каждая семья имеет дом со всеми удобствами.
скотный двор. Огород, теплицу, фруктовый сад. Многие держат пчел. Пользуюсь возможностью познакомить вас с традиционной литовской кухней. Это цепелины, картофельные вареники с мясной начинкой. Это скиландис, колбаса из свиного мяса. Очень вкусен и наш ржаной хлеб с тмином. Он ароматен и долго не черствеет. Ну а мед не только украшение любого литовского стола. С ним связана одна из замечательных народных традиций – праздник пчеловодов. Нам посчастливилось побывать на нем в селе Игналина, где создан, мне кажется, единственный в мире музей меда. Кого здесь только нет. И златоглавые пчелки-труженицы, и традиционные персонажи литовского фольклора, хозяин и хозяйка. Косолапый Мишка, любитель сладкого, сегодня сам угощает гостей. Пчеловодство – одна из древнейших форм трудовой деятельности литовцев. Эти соревнования напоминают, как добывали когда-то мед из пчелиных дупел на высоких деревьях наши предки. Под строгим взглядом судей соревнуются пчеловоды. И, конечно, никакой праздник не обходится без песен и плясок. Да, литовцы умеют и трудиться, и отдыхать. В Литве есть где отдохнуть. Изумительны по красоте уголки Неринги. Морской курорт Паланга ни в чем не уступает черноморским курортам. У него есть даже преимущество. Здесь в самые жаркие дни чувствуется прохлада морского бриза и легко дышится. Друзский Нинкай. Он известен своими минеральными источниками и целебными грязями. Когда-то этот город могли посетить только очень богатые люди. Сегодня Друзский Нинкай принимает гостей из всего Советского Союза и социалистических стран. В Друзский Нинкае прошло детство выдающегося литовского художника и композитора Чурлёниса. В этом доме жил Чурлёнис. Сегодня здесь его мемориальный музей. Чурлёнис был влюблен в небо, лес и звезды, травы и полевые цветы. Он научился передавать свои чувства звуками и ритмами. Но музыкой не передашь формы красок. А без них нельзя рассказать о сверкающем богатстве мира. И он пишет картины. Мы с вами в Кауновском государственном художественном музее. Здесь собрана значительная часть картин Чурлёниса. Они рождены фантазией художника, который пытался философски осмыслить мир и научить мечтать. Мы, литовцы, любим искусство. Наши витражи и скульптура стали истинно народными. Они вышли из музеев и стали приметой современной Литвы. Как и театр. Мы расскажем об одном из них. Вильнюсский молодежный театр. Его знают и любят не только в Литве.
Сегодня идет спектакль о трагической судьбе грузинского художника Пиросмани. Сейчас я представлю вам главного режиссера этого театра Дали Тамуля Вичуте. Дали, чем вы объясняете успех вашего театра? Я объясняю это тем, молодой театр, молодые актеры. И они как-то умеют говорить с молодежью. Вопросы решаются очень остро, интересно для нее, что ее не поучают, а просто ставятся проблемы, которые волнуют молодежь. В нашем репертуаре пьесы литовских драматургов, спектакли по Айтматову, Шукшину, зарубежная классика. Поживаем, Карту. Поживаем, Маргарита. Спасибо, Дали. Желаю вам дальнейших успехов. Вот и закончилось наше путешествие по Литве. Спасибо, Антанс. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Вы познакомили нас с Вильнюсским университетом, который хорошо известен и у нас в стране, и за рубежом. Не могли бы вы сказать, с какими зарубежными вузами поддерживает связи Вильнюсский университет? Преподаватели и профессора из Вильнюсского университета читают лекции в вузах ГДР, Польши, США, Японии, Англии. С какими зарубежными вузами поддерживает связи Вильнюсский университет? С университетами ГДР, Польши, США, Японии, Англии. Я слышал, что одна из литовских художниц награждена удивительным орденом, орденом улыбки. За что присуждается такая награда? Этот орден учрежден в Польше. Им награждают взрослых, приносящих своим творчеством радость детям. Литовская художница Стасия Самулявичене получила эту награду за свои забавные меховые игрушки, которые очень нравятся детям не только в Литве, но и в Москве, и в Варшаве, и в Париже, и во многих других городах. За что присуждается этот орден? За творчество, приносящее радость детям. А теперь разрешите задать вам вопрос. Какое у вас впечатление от нашей республики? Прекрасное впечатление. Литва действительно праздничная, волшебная страна.